Ого, мне дали качество. Здрасте. У меня категория общения стоит. Прекрасно, прекрасно. И ведь главное, никто не напишет, никто не скажет, что не то. Так, сейчас вернусь. Тон. Я надеюсь, вы этого не слышали. Я очень на это надеюсь. Блин, я же причесывался. Ладно, нормально. С этой прической ничего не сделаешь. Опа. В этой игре поддержите. Кажется, я знаю, как можно будет с кем-нибудь поиграть в нее. Где вообще в этой игре
гостевой режим. Ладно. Залей один. Ой, я помню эту херню. Блять, чего? То есть надо строго по краюшкам бить, да? Прям в нем быть нельзя. Ладно, ладно. На том же самом причем. Не, мне нахуй парировать в этой игре нельзя. Я не воспринимаю нормально прыжки в ней. Приятель, я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Где мои манеры? Я же даже не представилась. Меня зовут Золотая Чаша. Нет, я не буду это петь. А, приятно познакомиться. Я шла по следу магии, когда меня пленили эти жуткие призраки. К слову о магии. Вот, прими мой скромный дар, он поможет тебе в пути. А, на Чернильном острове полно старых гробниц. Вот я и думаю... спецатака. Ох, божечки, забываю, что суперспособность необходимо экипировать, прежде чем использовать. Алло? Игра? А, я прибегаю еще немного. Бывает. Блять, я походу вирус какой-то схватил, блядский. А, это ебучий Амазон, блядь. Сука. Пиздец. Еще даже хуже.
Хочу попробовать этот луч на каком-нибудь уровне. And begin. Нормально, я так сосу. Так, ладно. Надо на боссе какой-нибудь попробовать. Вот это, например. Here's a real high-class belt. You're up! Нет, это точно не оно. На всякий случай посмотрю, где это в меню. Вдруг я туплю жестко. Блять, что? Нанесло ему хоть какой-то урон, мне интересно. Еще другого босса попробовать. Эта срака вообще наносит урон, мне интересно. А, ну оттуда, к сожалению, было не увернуться. Так. Ой, да куда ты? Ладно, буду знать. Я не уверен, что оно наносит урон. Причем, по идее, урон она должна наносить больше, чем 5 простых выстрелов. Обязана.
Если нет, то тогда я... Тут мои полномочия, все. Дом кубик. Вот да-да-да. Неплохо, у тебя вышел с должниками. Теперь можно и на другой остров перебираться. Там должен... Там тоже найдется работенка. Парни, погодите, хорошо, что я вас догнал. У меня есть план, как вам выбраться из этой заварушки. Правда, ну же? Ваша сила растет, скоро вы сможете одолеть даже шестигранного короля, а то и самого дьявола. Правда, сможем? Честное слово, но пока вы не соберете все договоры, дьявол вас и близко к себе не подпустит. Только так вам удастся обыграть судьбу и кость в кости и победить. Когда наступит момент, не зазевайте. Супер-пупер. Я тут слегка доработал аэропланы, теперь можно забрасывать противников бомбами. Менять оружие, когда голову взбредит. Как насчет полевых испытаний? Теперь твой аэроплан оснащен мини-бомбами. Переключиться на них можно в любой момент боя. Бой был суровый, без прикрас. И вы погибли. Сколько раз? Ах да, 47. Ага. Жаль, что не 42. Ой, кажется, я знаю, что это будет за босс. Ну, хуже уже все равно не будет. Ай. Я просто сижу и думаю, вообще теми вещами занимаюсь, которыми должен. Ох, ебать. Вах, как много пройдено. Придется переключать оружие. Thank you.
короткая фаза, я, но я боюсь, что там дальше будет. Ну, бля, скилки. Все, жопа началась. Что это? Бля. Ох ты ж! Бать моя! Чем он теперь там срет, а? This match will get red hot. Here goes. Хеле, блять, началось. А, это на меня лампочку уронили. Ебать. Парировал, проверяйте. Ладно, у меня уже одно хп. Здорово. Не, ну если для вас капхет душнина, то мне, к сожалению, нечего вам предложить. Абсолютно нечего. Гонки вас тоже задушат, так что похуй абсолютно. Не, ну а тут-то как здесь еще? Блять, я не удивлюсь, если я последнюю фазу в итоге на одном хп и пройду. Мимо. You're up.
Ебучая утка. Твоих ну, уст я пошел. Звучит пока. Жду. Ой. Ой, оружие. Поменяй, идиотина. Блять, а что тут делать, неинтересно? Если он вот так вот вылезает. Надо на допинге посидеть. Поехали. Не смотри, блядь, вообще туда вниз. Не смотри. Половину фазы снимаю. Hey, bro, просто стоя на прыгай по лифтрейлеру. Блять. Сука, что ж ты лезешь-то, блядь? Паскуда, ну паскуда.
Я, если честно, даже не пытался уворачиваться в конце, потому что я все равно не видел, куда они там летят, откуда. Блядская утка. Ну, тут было без вариантов. Пиздец. Хотя нет. Нормально, нормально, нормально. Хорошо, хорошо, хорошо. Я, знаете, я поберегу все свои. Проедет. И вот теперь умирать-то будете, уроды! Ну, чисто повезло. Чисто вот повезло. Что он большой, можно его этим оружием быстро убить. Договор о продаже души клоун Беппи получен. Ой, не-не-не, я знаю, как... Нет, подождите, сначала с этими товарищами поболтаю. От нашего квартета осталось только трое. Без четвертого мы играть не можем, только соображать на троих получается. Дай знать, если найдешь еще где-нибудь. Это пиздец. This will get red hot. And begin.
Блять. Эта хрень тоже дав... Ой! Ой! Ой, какая фаза-то! Отвратительная! Я на самом деле все это уже давно видел. Это я в него попал или нет? Ну чё, народ, погнали нахуй! Здорово, Олег. Смотри, какой сарфака, как раз для тебя. April is surely brewing. You're up. Ёбаный в рот! Ух, бля! Ух, бля! Попал! Давай, 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 давай. Fire! Take on fire. Кроме шуток, когда со стороны смотришь, не понимаешь вообще, как это проходить, я серьезно говорю. Ой! Ой! Была твоя инициатива, никто за ниточки не тянул. Well, это что за херня, блядь? Котики! Ох, ебаный твой рот. A great slam and then stop. And begin. Дай. Ушел, треклятый. Ой, блядь. Нельзя до этого говна доказаться. Нельзя, 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 нельзя. Что-то
напоминает какую-то игру чмошную с еще с Сеги. Ну вот чмошная была игра очень сильно. Да, прям идеально полетел. Ёб твою мать. А еще есть пирамида. А ты иногда смотришь и думаешь, когда используешь какие-нибудь ракеты, а ты вообще босса-то дамажишь или нет? Ебучий ты случай, а? Что происходит? Мама. Ой. А, не, ну ок, если там прям чуть-чуть остается. Ну, нам фаза еще на 20 лет. Да в него стреляй, блядь. Ебать, не достал. Три раза подряд. Хуйня. Так, сейчас самая мудацкая фаза для меня. Сейчас самая мудацкая фаза в принципе будет. Окей. Надо ульту все-таки поднакопить на эту фазу. Блять, да какие нахуй кошки, блять. Ah!
У автора этой игры какая-то особая любовь к кошкам, потому что они тут самые сложные. Тигры там на жабах. И все подобное. Повезло. Ну вообще, да, включены. Все дамажат, просто руки-крюки. Но работают они, блядь, видимо. А ты сколько минут назад задонатил? Или ты только что задонатил? Это важно. Скажи, пожалуйста. Ну, это пиздоблядский Donation Alert. Он, точнее, не Donation Alert, а... блядь, как это параша-то называется, ебаная. Donation Pay. Он, короче, каждый раз, когда заходишь в ОБС, блядь, надо, блядь, обновлять вот эту страницу. Обновлять страницу в ОБС. Виджет. Спасибо за 40 рублей. Или сколько там, я не знаю, сколько ты мне за... Реально, коллег, спасибо, я просто... Понимаешь, у меня сейчас, блядь, мысли про то, что мне в итоге делать с этим блядским Donation Pay'ем, если он просто отключается, это параша ебаная, то я не знаю. Спасибо огромное. Ебал отсюда. Че, он уже дамажится? Че-то как-то изи. Это, правда, обычная сложность, но тем не менее. А, 4, но я могу почему-то только вторую открыть, я хрен знает почему. Ну что хочу сказать, эта игра однозначно пройдется, договор о продаже души Джин великолепный получен. Потому что я был уверен, что где-то, что Джин это будет все, он меня просто выбит в сраку, блять, я просто это видел. Со стороны почему-то, вот, какую игру не смотрю, Секира, вот эту игру... Вообще не понимаешь, как это проходить. Сам садишься, что-то как-то вообще само собой получается. В смысле, вы, блядь, за гоночку проголосовали за Cuphead. С гоночкой, короче, ситуация такая. Я купил себе шлем специально для того, чтобы косплеить, блядь. У меня башка размера L, даже чуть меньше, чем L. Я покупаю, блядь, шлем L, блядь, и он на меня вообще не лезет, нахуй. Вообще, блядь, не лезет. Я возврат буду оформлять, покупать XL. Что такое, блядь? Ты босс вообще или что? Куда стрелять? Я смерть фигуре, ну и все, я понял.
А, вот этих паскуд ебаных, короче, будет выпускать паны, ладно. А мне чё? Опять пришел бы ты говно. Кто такой, сука? Какой-то кокуличный побежал. О, как хорошо я играю. Но я почему-то все боссы так начинаются. Ладно, добивай. Да нахуй мне это говно, ёбаное, блядь. Оно меня калит. Я тоже умею 8 сторон стрелять. Это самая долгая смерть босса в этой игре. Ну зажжёт, ну опять это говнище, блядь. Я девушка горячая, смотри, не обож... Ёпта, блядь, это ещё и она. Ясно, понятно. А можно мне только вот этого парня? Он мой любимый. Вот эти три фазы меня очень сильно будут калить. Да, почаще этого парня выпускайте, пожалуйста. Лучше на вторую фазу, блядь. Что нахуй такое? Now go.
Ладно, с одним хп. Я, блядь, не понимаю, как контрить это говно. Хотя, по идее, самый мудовый вот этот вот товарищ, хотя он самый редкий. Хотя нет, он, блин, очень по маленькому радиусу, точнее, очень по маленькому, я не знаю, размеру ходит с этого. Блять, ёбаная, это говно. Да, вот это я хорошо стрелял. Не, он самый легкий, я идиот, извините. Посрался. Здорово, пирожок. А, нет. Ой, что за срань? А, ну тут, блядь, это не контрится, блядь. Серьезно, блядь, самая операционная игра? Это? А какая такая тогда игра не переоцененная, например? Что конкретно мне переоценено? Так, ладно. Военгенерат ебучий. То, блядь, она душная, то она, блядь, переоцененная. Я, блядь, вас не понимаю, ребят. Видимо, это конфликт поколений какой-то. Тех, кто играл в старые платформеры, не понимаю, с чем сравнивать эту игру, и тех, кто не играл. Зря. Ладно, попробуем. Кстати, что-то на третьей фазе будет. Нет, не попробуем. Попробовали. Спасибо за этого противника. Так, аккуратно. Thank you.
А это сразу нахуй, это сразу рестарт. Я так и не понял, как с этим говном браться. Так, ладно, с этим понял, как драться. О, этот товарищ на второй фазе. Спасибо, спасибо, спасибо. За что? Ну за что это говно на эту фазу? Блять, просто повезло. А, не, нихуя, блять. Пирожок, так почему игра прицелена? Блять, скотина! Умри нахуй! А, заебись, я стрельнул. Охуительный стрелок, блять. Охуительный. Ой, блять. Не, на самом деле, вот этот чувак тоже легкий. Я его что-то переоценил очень жестко. Самое сложное по-прежнему шоколадка. А вот она. Помнишь говно? Она. Ох, блядь. Так просто на похуй 2 хп потерял. Дай что-нибудь изявое. Давай, пожалуйста, что-нибудь изявое на третью фазу. Я тебя прошу, я тебя... Блядь. Ну, ладно. Ах ты ж, сука. Бля, я б сразу рестартанул бы этого босса. На самом деле, если уж это дерьмо все равно падает... А, нет, лучше
Лучше это пусть дерьмо, это вообще никогда не падает, блядь. Потому что такие моменты невозможно увернуться, блядь. Потому что тебе надо либо прыгать, либо стоять на месте. В обоих случаях тебе попадают. Идеально. Если это дерьмо выпадает на первую фазу, я его буду на ухит проходить. Мне вообще похер, сколько это времени займет. Ебаный твой рот, да шо ж такое-то? Шо ж мне так не везет? Блять, ну это пиздец. Иди в задницу. Не, ну это просто ёбнуться, блядь. Ёбнуться просто, а не противник. Ну, естественно, на третью фазу, чтобы меня добить. Блядь, это говно. Ультра топ левел гейминг. Не, ладно, эта хрень тоже легкая. То есть, по сути, для меня единственное архисложное говнище осталось. Это злоебучая, откровенно, шоколадка. Это, кстати, третья фаза, ребят. А, у меня один хп остался. Не, это все, это мне кажется. Блять, это похер, блять. Если я сдох на этой фазе. Пиздос. Thank you.
Прелесть. Тихо, осторожно, осторожно. Тихо! Нам нельзя обосраться. Нам нельзя обосраться. А я не хочу! Мне вот просто интересно, вот я ёбнул самый, блять. Мне кажется, это ульта просто не работает. Я не вижу, чтобы дамажило босса. Либо надо, блять, ставить мод, который показывает хп босса, потому что, ну, это просто, блять, какая-то срань. Ради чего я 5 карточек трачу? Я в душе не ебу, блять. Я их коплю всю, весь бой коплю. Не, удивительно, один из самых, как по мне, легких боссов по своей структуре, бля. Серьезно? Просто по своей структуре, блять, походу для меня кажется один из самых сложных. Следующим обязательно должна быть шоколадка. О, нет. Но я все равно генерат не буду пить. Блять. Пиздец. Естественно. Не, это сразу рестарт можно жать. Это, блядь, невозможно здесь какой-то терять. Не. Хотя бы одно. Это я случайно? Прохожу, да. А так играю второй. Я бы даже сказал третий. Все, больше хп до финальной фазы я не должен терять. Не имею права. Ай, блядь! Опа. Опа. А остальных нахер, короче. А хотя... Ой! Нет, какая-то срань. А, нет, там тоже нельзя стоять просто так, иначе пизда. Поехали!
душе не знаю, дамажит эта атака, не дамажит. Урон не показывается по противнику. Сколько я отнял? Я не понимаю, это треть фазы или нет? Примерно. Почему урон-то, блядь, не показывается по врагу? А, ну тут сразу рестарт, я не имею права на этой фазе терять ТП. Только, блядь, на ебучей шоколадке. Какой конфетти? Какой конфетти? Блять! Я тоже про нее подумал, но... Сейчас, блядь, по закону подлости, шоколадка. Естественно, блядская шоколадка. С одним КП я даже не буду пытаться начать последнюю фазу. Я до сих пор не понимаю, что на ней происходит. На этой фазе я не имею права терять КП. На самом деле тоже морозотная хрень. Шоколадка. Естественно, блядь. Естественно, блядская шоколадка. Без этого, блядь, невозможно, нахуй. Удивительно. А, это вовсе. Что с этой башкой ебучей делать? Она меня калит своим существованием. Кстати, я никогда в своей жизни не видел слоёных леденцов. Белый шоколад. Внезапно, да? Нет, на самом деле она, когда убивает тебя, она говорит какую-то фразу, которая, по-моему, ассоциирует ее все-таки шоколадом, блять, ладом. Иди сюда, паршивое говно, ладно. О, спасибо, вот идеальный противник на последнюю фазу. Аллах, а! Не, нихуя не идеальный, я сам дегенерат ебучий. Фаер! Я буду ворачиваться просто от этой башки. КД.
Удивительно, что мне просто не хватает фулл хп для того, чтобы добить последнюю фазу. О. Не, хорошо, что он на первой фазе. На второй-третьей фазе он, мне кажется, даже хуже шоколадки в какой-то степени. Что один он хуйня, а вот с сесюритями вот этим выбегающим, он, конечно, жопа шли. Блять, его ебут на третью фазу. Говно. Как я убил эту... Нормально, живем. Бля, пиздец. Бля, пиздец. Последнюю фазу даже не буду пробовать. С одним хп. Опять же, если бы я до нее дожил, а это вряд ли. Блять. Понеслась, родимая. Ебучая голова. Пошел ты нахуй. Извините. Из пяти что? Договор о продаже души баронесса фон... А, Бон-Бон ее зовут, получен. Че, по статистике? Так, еще два босса в этой... на этой локе. Давайте посмотрим, сколько раз я уже сдох в этой игре. 90. В конце первого острова я сдох 47 раз. Ну, поехали. And begin. Это просто уровень. Ах, блядь. Тут козёль. Слышь?
успокойся, черт. А, мастерство 2 из 5. Ну, у меня это в любой игре 2 из 5. О, сука. Ладно, это был весьма чмошный момент, поэтому тут не зазорно потерять хилочку. Ох, черт лысый! Две хп здесь нельзя терять. Это было одно, но это был пиздец. Я не понял, как он сейчас по мне попал. Пидорасина, а? Какая, блядь? Оказывается, тут можно запрыгивать. Эту хрень осуждаю. Ебабо, блядь, да что ж ты делаешь-то, ебабоша, на стримере, блядь, да ебабош, да что ж ты делаешь, да? О, господи, пиздец какой. You're up. А, это дерьмо и меня еще дамажит. Бля, пиздец. Бля, пиздец. Ну,
Да я же прыжок. Без шуток. Ладно, хуже этой фазы все равно уже ничего не будет, поэтому плевать. Блять. Не, монетки надо брать. Не путайте жадность и тупость. Если бы я их не брал, это была бы тупость. Что, простите? Here we go. Что меня убило сейчас? Не, мне показалось ли там что-то сверху свалилось. Не, игра мне как бы намекает, да не стреляй ты по этому говну, оно если надо само в тебя стрельнет. Нет, я продолжаю. О, блядь. Нормально. Стрёмно чё-то! Ебать, это чьи сопли нахуй полетели? Меня, блядь, реально какими-то анализами стреляют. Что это? Гений, блядь, тактики. Гений. Какой же гений тактики, блядь. Просто, блядь, ну, дегенерат ебучий, в общем, блядь, на стримере сидит, извините, я... Этому нет оправдания, блядь, тому, что я сейчас сделал. Просто нет, блядь. Дегенерат ебучий, вот пока ты это делал, дебил, ёбаная сука, блядь, так все и происходило. Ну, могу только извиниться, ребят, перед вами. Thank you.
Ну ёбаный! Нашел, блядь, где хп потерять. Чмырь. На стримере, блядь. Ой, и здесь... Ты еще сдохни, блядь. Дойди до сюда, блядь, с 4 хп и сдохни, блядь. Уёбище, блядь, на стримере. Ну нельзя ж так, блядь, пиздец, все это, блядь, нахуй, это... Все, храните, блядь, этого дегенерата ебаного, блядь, за плинтусом. Сейчас в этой игре... Now go. Дегенерат ебучий, блядь. Я такие руки надо ампутировать, блядь, на при рождении, блядь, такие кривые, сука. Не, ну это просто пиздец. You're up. Успокойся, блядь, не стреляй ты в это дерьмо. Идеальная стрельба строка по тем дощечкам, где был я. Ладно. Понял, принял. Неизбежный урон. Неизбежный рестарт. Я буду рисовать те моменты, где невозможно увернуться в принципе. Ты ж пидорасина. Извините, осуждаю. Просто, к сожалению, был просто идеальнейший выстрел в мой еблет. Я, кстати, сейчас понял, что тут слово снэкс. Снэкс и... И чё?
пидорас. Осуждаю. You're up! And begin! Эх, лучше бы этот момент был в конце уровня, чтобы у меня жопа просто, блядь, рвалась на нем. Уйди! Спасибо, кстати. Скоро. А, стоп. А сколько там надо, блядь, там 12 или... По-моему, 12. Да, 12, 21 на 10 из Знаете, что этой игре не хватает? Ограничения по жизням. Чтоб я в нее никогда в жизни, блядь, не играл. Без сейф-стейта. Догони меня, если сможешь срезать дорогу. Да. 41 плюс. Двум парням на прошлой неделе это удалось. А не сможешь, будешь за мной пыль глотать. Ну что, удивишь меня или нет? А это да. А здесь нет никакого шотката? Блять, я не знаю, я смотрю на это и все какое-то говно. Ну давайте попробуем купить кофе. А, все, я понял. Блять, мне вообще больше бессмысленно вообще что-либо еще покупать, потому что без хп я все равно не смогу проходить ничего.
То, что у меня иногда каким-то чудом остается 2 хп, это, ну, это просто чудо, так сказать. Там, кстати, монетка, и мне, блядь... Ага. Вот что это за тайничок был. О, я знаю, что это за босс. Пока так я его не знаю. Поехали дальше. Fire! Учить! Блять, ну это bullet hell начался, все, до свидания. Все ясно. Выше меня только небо. A brawl is surely brewing. Now go! Как срать ульту? Учит Евгений Козлов. Как я ее сейчас понимаю? Курицу. Кто такой, сука? Ничто на свете не сможет вышибить меня из гнезда. Давай посмотрим. Понеслась. Просто не умирай, лол.
сука. Я, блядь, ему. Сейчас он меня говно-то покушает. Я принципиально на него ульту не юзаю. Я не считаю его сложным правилом. Окей, ладно. Это намек. Тоже слышите какую-то известную музыку перед тем? Да, это пульс. This match will get red hot. And begin. Ту-ту-ду-ту-ту-ту. Нет, что-то не полет Валькирии, но что-то очень известное. Полет Валькирии там чуть по-другому. Ту-ду-ду-ту-ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту. А тут что-то по-другому. Сейчас. А еще я слышу блядь, когда она блюет яйца. Блядь. И кашифером, слушай. Ай-яй-яй. Так, хорошо. Просто не теряй здесь хп, лол! Так, ладно, а этот черт заслужил. Хуяк? Продакшн. Стрельни меня возьми, говно, стрельни. Паскуда, тварь. Сука. Чего мне так одно хп стало? Ну, лучший платформер за последние лет, я не знаю сколько. Я не буду там в примеры брать какие-нибудь условные боши, или, ну, например, там, я не знаю, Ори, потому что Ори игра другого немножко склада абсолютно, точнее, она абсолютно другого типа, хоть это тоже платформер, по идее.
так сказать, наследие... самое лучшее наследие контры, которое только могло для нас быть в наше время. Ой, честно сказать, я не играл особо в другие платформеры. Для меня человека просто еще как привыкшего к тому, что все игры выпускаются диким говном. Или в них всегда есть какая-то мерзкая такая вот вещь, неприятная во всех играх современных. В том числе и в индюшатинах. Тут я смотрю, игра просто идеально сделана во всех аспектах. И я ищу подвох. Здрасте, здрасте. Блять, это еще хуже, чем Боша. Я это видел, ой, нахуй, блядь. Ох, паскуда, тварь. Тебе, блядь, мощи-то, а? Умри, блядь. О! Да, пощипал ты мне перёрышки, но я ещё... Всё, это 11 часов. Ой, пиздец, я еще и ХП потерял, ой, это... Good day for a well battle. You're up. Good day for a well battle. It's on. Пасхал очка. Блять, мне нравится, я как бы запарировал, как бы одновременно с этим нет. Я попаду! Ой, ой, хорошо. Приятно. Вот с этим паскуденышем что делать, я честно не знаю. Ой, хорошо. Ну ты у меня теперь говна отпоешь, уродец. Нет, по-моему, это полет Валькирии, но какой-то... Ой, хорошо. Take on flight. Блять. Так. Я нажал парирование вместо уси. Вместо ты. Да, да, это на последней фазе надо с большим количеством хп доезжать. Ну блюй, ну блюй. Thank you.
Да не то! Испытание завершено. Так, ребят. Соответственно. Currency. Настройки. Life payout, соответственно, вместо 5 25. Тут тоже 25. Актив бонус. Я в душе не ебу, что это, но тоже ставлю 25. Итого, за этот час каждый из вас, кто просидит, получит по пятихатке баллов. Я ставлю таймер на 1 час. 1 час. Сейчас. И 1 час 10 минут. Это еще плюс. Так. Все, оно сохранилось, я надеюсь. Settings 25, 25, 25. Все. Час 10 минут будете получать повышенные баллы. На команды именно. Да, это полет Валькирии все-таки. Нет, не по... Fire! Пиздец, блядь, с третьего раза только смог загасить кусок говна. Нахуй! Паскуда делаешь?
скуденные, блядь. Хуй. Наплавал. Так, ребят, сорян, я знаю, почему я проебываю, я забываю говорить заклинания во время ульты, самое важное. Там еще одна фаза, на нее надо тратить. Вот что это. Рофл. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Ладно, Аллаху Акбар! Видите, ребят, как только начал заклинание произносить на ульте, так сразу все получилось. С 4 хп до последней фазы зашел. А что... Не, подожди, а что из себя вообще должен представлять? Классический по платформе а-ля Контра. Что он из себя должен представлять? Ну... Тема на и хороша, то что это обычная, блядь, игра, а не забагованный кусок дерьма. Или, блядь, приальфа какую-нибудь какашка или что-то из этого. Нет, невероятного в ней ничего нет. Но то, что это идеально сделанный платформер, это однозначно. Простой? Да. Но те, кто делали графику, они действительно, блядь, заслуживают того, чтобы они говорили, что они охуенные ребята. Как там элементарь Квадратус? Немногие могут похвастаться знакомством с ним. Какой еще элементарь Квадратус? Не, ну я буду, скорее всего, еще в Hollow Knight играть. На стриме. Просто есть, на самом деле, много переоцененных игр, но... как правило, есть объяснение переоцененным игр там... По одной из самой, блядь, переоцененной игре в истории человечества там просто Sony купила, блядь, всех журношлюх, которых только вообще можно было купить, и которых даже нельзя было купить. Шелковая песня, понять не имею. Да, еще одна игра, там просто, ну, есть секта фанатов, которые, блядь, не видят то, что это унылое говнище. Я не буду называть, говорить название игр, чтобы лишний срач сейчас не разводить, мне сейчас не хочется сраться вообще. Here comes a spooky bunch. You're up! Синг-сонг, я понять не имею, о чем ты. Я... В следующем году жду только 8-й Resident Evil и Elder Ring. А, так бы написал Hollow Knight 2, как будто бы я знаю, что такое Силксон. Понять не имею, когда он выйдет. Так, блин, что у меня с глазами?
Что это было? Нихуя себе! Что я умею? Идите сюда, уроды. Блять. Блять, я зажму! Я зажму, блять! Я зажму, нахуй, блять! Что вы, сука? Я спокойно. Here goes. Ах, да, они ж меня не до... А! Хуй ты тут просто так нажмешь, блядь. Потому что не в этом смысл, не в хп. Я знал, что, покопавшись тут, я найду что-нибудь полезное. Но представить не могла, что снова угожу в ловушку. И снова ты спасаешь деву в беде. Бери, а я попытаюсь найти для тебя еще что-нибудь. Ох. Доступна новая спецатака. Так, ну... Атаку «Великая либидо» у нас уже есть. Смертельный луч, вот этот вот. Неуязвимость. Войдите в астрал, чтобы получить временную неуязвимость. Поебота, блядь. Просто поебота. Надо как можно больше урона наносить. Они мне неуязвимость предлагают. Вместо урона. Как-то элементарь квадрат. А, здесь есть магазин. Господи. Ну, я, короче, только тогда оружие буду какое-нибудь покупать, потому что я не вижу смысла вставлять. Так, тут, по идее, должен был быть мост. Ладно, черт с ним. Сколько у меня вообще осталось здесь? Один босс и один уровень. На самом деле я ненавижу летающих боссов, потому что они очень долгие по времени, как бы ты их не херачил. Так. Так. Я хочу на босса сходить. Я не хочу на уровень идти. Жопу уровень. Привет, пришел полюбоваться на мое представление. Говорят, что жонглирование похоже на парирование. Сперва тяжеловато, но потом руки сами двигаются. В один прекрасный день я смогу отбить 4 подряд. Вот будет здорово, правда? Ой, ой. Мне пиздец. Проникновение. Here they real high class belt. You're up. Драконы фаерболы не умеют. Сколько я ему отнял?
А, у него есть еще какая-то нулевая фаза. A brawl is surely brewing. It's on. Yep. Я себе. Ты куда? Раз, два, три, чашка, беги. О-о-о, как я много этой фазы-то отнял. Короче, до последней фазы вообще не используем ульту. Принципиально. Попузику. Охуительно. Охуительно. Это да. A great slam and then stop. You're up. У меня такое ощущение, что на этой фазе у него нет хп, просто надо перетерпеть этих уродов. Here goes.
Не, чё-то какая-то поебота у меня нашла. Ой, я сейчас начинаю вспоминать, какие еще будут боссы в этой игре замечательные. Я помню точно трех. Один из них разорвет мою жопу. Я нечаянно. Я, блядь, просто долбоёб. Такой тупости не может быть оправдания. Ну что я сейчас сделал? То ли от страха, то ли от стыда я. Блять, а куда я тут должен был уходить? Не, ну пиздец, у него, блядь, все шары летели четко по платформам. Let's go.
A brawl is surely brewing. Now, что-то херня какая-то получилась. Полная. This match will get red hot. You're up. Да ладно. Ладно, да, давай. Блять. Ах ты ж, сука, а я как будто бы знаю, на какую высоту он прыгнет. Ублюдок. А на низ, чёртом, ты проклят. Какие красные залупки. Кольца? Спецатака добавляет. Карты. Возле ХП, которые. A brawl is surely brewing. Now go! Вот, вот это вот супер либидо делать. Уту. Когда он своей головой кончает на весь экран. Я про персонажа главного. Аллаху Акбар, короче, делать. Заряжает эту хрень, поэтому нужно как можно чаще красные хуёвины. Блять. Брать. Или можно просто усиленной атакой стрельнуть. Но это чушь. По идее. Не, я фул с ХП, я захожу на эту фазу, то имеет смысл. Блять, ну это пиздец. Не, реально самая мудовая фаза. Мне кажется, последняя фаза не настолько мудовая. Фаза! Ты закончишься, блять, фаза, ты мудовая. От чего я сейчас урон-то, блядь, получил? Ёбаный твой урон. Ну давай, урод, играй! Ай-я-я!
ともし多いわ。あやややお、あっちゃった、あやよ。Ну чё, народ, погнали нахуй! Да, мы уже. Ну, пиздюка. Я ж тебя, сука, ёбну. Да? Обо что я сейчас ударился? То есть все-таки можно умереть от этого. И мы все еще на нем. Сколько у меня часов на дня? Не, ребят, в худшем случае я могу врубить легкую сложность на этом боссе. Это если что норма, как и на всех остальных. Дейт уже что-то там файт. Сейчас, подожди. Так. Как его зовут-то сейчас? Вот все его фразы, но только они тут на русском языке. А, у меня 2 хп осталось.
А, вот оно чё, Михалыч. Вот оно чё. Ой, блядь. Good day for a swell battle. You're up. Только не вниз, только не вниз. Я хочу, чтобы это было вниз. Блять, я не понимаю, когда он дамажит, когда эти хуёвины дамажат, когда нет. Какой, блядь, логике это происходит? Ну и мертвая зона, конечно, в этой игре настроена просто пиздец. Это, наверное, единственный минус, когда ты в неё серьёзно играешь, когда ты отпускаешь сосок, он тебя в другую сторону разворачивает. Пиздос, я про, блядь, ты три выстрела проебал. Как ебофель. Ебофель конченый. Мне кажется. You're up. Блять, а тут я что должен был делать? Куда я должен был прыгать? Это чистый рандом. Это невозможно представлять, куда ты его прыгнуть. Я при этом ты должен следить за платформами, а не за этой хуйней. Ладно. A brawl is surely brewing. Here goes. Кроме шуток, пока что самый сложный босс в игре, потому что слишком... По... Три
таргета надо контролить одновременно. Я не могу контролить даже два таргета, так что у меня чисто на везение будет рассчитана победа над этим боссом. Надо любой ценой, блять, сокращать вторую фазу. Любой ценой. Как мне вообще контролить этих ребят? Это вообще реально вообще в теории, блядь? У меня не... Я просто, понимаете, я не могу глаза в разные стороны наводить, чтобы следить и за платформами, и за этой полоской, которая внизу идет. Первый реально мудацкий босс в игре. Реально, первый мудацкий босс вот за всю игру. Ни одного такого не было. Парировать, но не может, слишком... Слишком не там я стою, чтобы парировать. Ладно, давайте так, блять, будем на ухитрани в первую фазу. По на ухитрани. А, блядь, я забыл, где ж дэш есть. Только не вниз. Ладно. Аллах Акбар! Заебись, блядь. И тут же дэмэдж получен. Как это вообще контролить, блядь? Ну это пиздец. О, блядь. Еще и так будем делать. Охуительно. Охуительно проебано. А у вас сейчас, ребят, появился чувачок, который вот так вот за голову держится, или у вас просто стрим просел? К чертям собачьим. Скажите, пожалуйста. Ясно. При том, что я подключил на Твиче настройку, вот эту галочку, когда у тебя типа связь падает, появляется вот этот щелик. О, хорошо.
ты ж пидоросина сюда. Кстати, сейчас сразу дэмэдж повышу. Нет. Ебать, я 2 хп сохранил на последнюю фазу. Да ладно. Да ладно, блядь, да ладно. Это на норме. С моими, блять, кривущими культяпками. Ешь! Ешь! На выдохе, ребят, на выдохе. Что это? А, это, можете посмотреть. Грим Огнепых. Говорят, грим Огнепых, блять. Вы ебанулись? Вот именно сейчас, блять, это надо. В этой игре. Вы серьезно сейчас мне заявляете так? Сейчас максимум камеру поставлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ты пиздец. Последняя поебота. Ой. Охуительно. Мать моя женщина. А что с этим делать вообще? Thank you.
оно еще. А, дамажится, все. Слава богу. Как бы этот уровень для меня не оказался сложнее предыдущего босса, последнего. Мне еще нравится, сколько я прохожу. Ой, долбоёбище! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Кто такой? У меня от этого уровня крыша едет, это нормально? Где утки-то, ёпт? Утки, у-у-у. Ой, бля. Нам нельзя обосраться, и мы обосрались. ПТС. Или ты забыл. Или ты не знал. Все нормально. Ты думал, блядь, я тебе уже говорил, Артем, тебе думать еще рано. Ты выполняй пока. Вот думать будешь, когда научишься.
Эти рейты за час вам должны дать пятихаточку. А так вы соточку зарабатываете за час. Держу курс. И осталось еще 15 минут. Блять, пиздец. Это охуенная тема. Вы что, дебилы? Вы что, ебанутые? Ёбаный твой рот. А, ну да, не дотягивается. Базовый рейд X1. 10 поинтов за 6 минут. Блять, а я что, должен был знать, как это говно работает? Ой, зря. Я фармлю. Кто такой, сука? Блять. Из него даже вылезло слово блять. А, так ты тут не один? Он орёт, бля... Хуй ты сделал. Не, ну стенка нормально сносится, хорошо. Тут вообще... Thank you.
Я подожду пятую утку. Блять, оно застряло, что ли? Да ёбаный твой рот. Ладно, давайте по старинке. Нормально. Ах ты, сука! Мразь! Ух ты ж, блядь! Ой, блядь, я... А, пизда, блядь, я ебучая, блядь! Оказывается, с той стороны нельзя прыгнуть на платформу, то есть это 100% смерть. Вот это пизда, блядь, я... Я других слов не нахожу. Ладно, все, я беру свои слова назад по то, что эта игра идеально сделана. Не, нихуя. С этого момента точно нихуя. Нахуй его сразу, короче. Но то, что я потерял ХП на этом товарище, это полная ахуй. Полный беспробудный ахуй. Блять, еще одна стена. Ой-ой.
Ну, это было близко. Нет, стена вторая какая-то никакая прям была. Мне пиздец, блядь. Я хотел третий мир сегодня еще пройти, но походу не получится. Ладно, ребят, эксперты, кто меня смотрит, какой лучше это взять оружие? Давайте лучше вот это. Блин, а в игре-то почти ни хрена-то и не осталось. Да, чтобы что-то покупать. Здесь как-то выглядит. Я играть сейчас эту туру не буду, я просто хочу посмотреть, как оружие. Ой, бля, ой. Ой-ой-ой. And begin! А, все, я... Нет, стоп, это оружие у меня уже было. Какое там я еще купил? А! Снайперская говно. Here goes. Блять, что? Блять. Это игре я мог купить, блять, сука, самозаводящийся говно. Сука, блять. Сука, ради чего, блять, страдания, блять. Я бы этого ебучего дракона, блять, бы убил бы, сука, с первого троя бы, блять. Да, приятно, похоже, я тебя недооценил. Неплохо вышло с этими должниками, пора отправляться на следующий остров, нам наше настоящее потехо. А эти фарфоровые головы знают толк в хорошей драке. Они из любого должника котлетку сделают. Видишь, я знал, что они парни не промах. Я бы не был так уверен, босс, есть в этих парнях что-то подозрительное. Остынь, король, если эти два неудачника на что-то решатся, я им покажу, чьи в казино фишки. Да. Если бы умел читать, конечно. О! Here's a real high class bout. It's on. Самый сложный босс в игре. Мне кажется, это хуже дракона даже. Так, ну ладно, ребят, сколько народу еще? Давайте вот этого босса и все на сегодня. Самого сложного. Good day for a well battle. Here goes. Выключаем рейды. Так.
Слишком поздно, кукуруза. Когда проснутся пчелки, тогда причешут челки, умоются над лужицей и по лесу закружатся. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Им каждая ромашка нальет нектара в чашку, и даже одуванчики нальют нектар в стаканчики. Кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Закончится работа, нальются медом соты, и вечером на пасеке сыграют пчелки в классики. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Оденут пчелы валенки и лягут в соты баньки. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Сыграт на сессию с гитарой вместе с песнею, и здесь для вас играя куплет свой повторяю. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Будем слушать эту хуйню на репите до тех пор, пока я не победю этого босса. Когда проснутся... Dungeon Master. Тогда... We must pull up our pants. Умоются над лужицей. Yeah. Yeah. И пахнут. Закружатся. Кто уважает?
кто к не пристает, того не жалят. Тому... Им каждая ромашка нальет чашку и даже... Уважает, кто не пристает, того не жалят, тому закончится работа, нальется семен, и вечером на играют Boy Next Door классики. Что за хуйня, блядь? Кто не пристает, того Boy Next Door не жалят, тому Do anal. Уважает, кто к тебе пристает. Блять, ну это оружие, оно слишком читерное. Оно слишком читерное. Это надо на спидранерской тактике играть. Ну потому что я тебе все, я теперь вот так могу эту игру допройти. Мне вообще тебе насрать. Бля, это один из самых сложных боссов в игре. Я его вообще не почувствовал. С гитарой вместе. Нет, я просто забываю их использовать. И здесь для вас. Меда брюшка. Кто уважает, кто не пристает, того. Раз, два, три, четыре, пять, шесть посылок. Шишку тебе могу сейчас в личку отправить, без воли, фигас, если ты очень хочешь. Кто не пристает, или не стоит. Того не жалят. Да я уже все, как бы, время, был первый, блядь, сегодня четверг, я думаю, сегодня пятница. Завтра добиваем в любом случае. Кто уважает, фигас, что-то сомневается, кто не пристает. Понять. 20 секунд. Do you like what you see? А ведь сам когда-то попросил. Ах, ладно. Теперь у него импотенция. Ладно, все. В общем, всем огромное спасибо, что смотрели. Да что ж я такой лохматый-то, а? Господи, что у меня с волосами? В общем, да блядь. Всем огромное спасибо, что смотрели, всем удачи. И я ее мыл. Ее надо лаком покрывать, или как-то хрень называется. Все, пока.